Видео подготовлено сайтом онлайн-гдз.нет. Физика, 8 класс. Отвечаем на вопросы после параграфа 22. Вопрос номер 3. За сколько ходов или тактов происходит один рабочий цикл двигателя? На рисунке изображен как раз один рабочий цикл двигателя внутреннего сгорания. Он состоит из 4 ходов поршня. Крайние точки поршня, верхняя крайняя и нижняя крайняя, называются мертвыми точками. А когда поршень идет от одной точки мертвой до другой, это называется ход. Так вот, за полный цикл работы двигателя поршень совершает несколько ходов, 4 хода. Или, как говорят, 4 такта работы двигателя. 4 такта. Поэтому и двигатель сам называется 4-тактный. 4 такта. А за 1 такт коленчатый вал совершает пол оборота. Пол оборота за 1-й такт, пол оборота за 2-й такт, за 2 такта целый оборот. Но есть еще 2 такта, там еще 1 оборот. 1 такт двигателя совершается за пол оборота коленчатого вала, а 4 такта, соответственно, за 2 оборота. 4 такта, 2 оборота. Коленчатого вала. Если вы хотите знать ответы на остальные вопросы, то следите за новостями сайта онлайн-гдз.нет в социальных сетях, а также подписывайтесь на канал онлайн-гдз на YouTube.